Здравствуйте. Компания «Прогресс Авто», город Чита. Предоставляем вот такой-то акт. Mitsubishi MT-185. Начнем с резины. Резина у нас в хорошем состоянии, без трещин, порезов. С правой стороны. С левой стороны. Тоже в таком же хорошем состоянии. Двигатель дизельный, трехцилиндровый. Коробка механическая, четырехступенчатая. Реверс вперед-назад. Повышенная, пониженная. 4 ВД. Блокировка заднего моста. Вал отбора мощности. Блок управления навесным оборудованием. Ручной газ. Функция быстрого разворота, ручник, трехточечное навесное оборудование с цилиндрами горизонтального наклона, фреза 1,3 метра, ножи в очень хорошем состоянии. Наработка 830 часов. Гидроусилитель руля.